Доброго времени суток, дорогие друзья, с вами Алексей, и сегодня я хотел бы рассмотреть новую игру, ну как новую, игра вышла довольно-таки давно, уже год или два назад, но пока еще, видите, находится в раннем доступе. Игра называется, по-английски правильно, если прочитать, Subnautica, ну я ее Subnautica, скажем так, ближе к русскому языку. Так называю. Так, игра про выживание. В частности, предыстория здесь такова, что корабль «Аврора» какой-то, вот, терпит крушение, и мы оказываемся с вами на планете, грубо говоря, полностью заполненной водой. Как похожем фильме «Водный мир», да? Так, ну и режимы выживания у нас есть с вами. Есть выживание, значит, здесь у нас потребность в кислороде, здоровье, еда и питье. Свободный режим то же самое, то есть без голода и жажды. Хардкорный с одной жизнью. Вот, и креатив, то есть без ограничений. Плавай, что хочешь, то и делай. Ну, для обзорчика мы выберем все-таки, наверное, вот выживание, вот этот. Ну и начинается загрузка игры у нас. Начинается загрузка игры. Игра грузится довольно-таки долго. Я, наверное, нажму на паузу. Итак, что же у нас происходит? Я так понимаю, наш герой сваливает с этого корабля, терпящего крушение. Вот мы видим, да, в спасательной капсуле. Сейчас взрывной волной накроет. Вот оно, все, как обычно. Хлоп. Так, ну и вроде очухались мы, да? Очухались. Руки целые, ноги целые. Так. Все. Встаем. Так, что нам нужно? Что нам нужно в первую очередь? Так. Потушить огонь. Да, давайте взять огнетушитель и правой кнопкой мыши используем. Все. Чтобы не задохнуться, так сказать, дымом. Так. Загрузка в аварийном режиме. Но хоть что-то работает. Это уже радует. Так, нажмите Tab, чтобы открыть КПК. Ага. То есть открыть, закрыть, у нас кнопка Tab. Из инвентаря у нас мы видим только огнетушитель. Так, повышение уровня радиации. Так, это на нашем корабле, короче, там происходят все процессы, связанные с радиацией. Надо следить. Надо следить за этими всеми новостями. Так, сейчас, минуточку, я звук игры, наверное, сделаю чуть потише в настройках. Так, вот так, наверное, будет лучше. Ну, смотрим, что у нас есть. У нас есть 4 шкалы. Так, 3 часа с момента падения. Корпус не поврежден. Системы связи в автономном режиме. Среда, неизвестная океаническая планета. Кислородно-азотная атмосфера. Загрязненность воды высокая. Справочная информация будет добавлена в базу данных КПК. Советы будут выдаваться по мере необходимости. Удачи, все. Итак, 4 шкалы у нас. Это кислород, это здоровье, как мы видим, во время падения, видать, нас коцнуло на 20%. Голод,
43%, и жажда. Постепенно это все у нас уходит, так как время идет. Так, из инвентаря у нас огнетушитель, это что, чертежи. Так, вот этот мотылек, как я понял, это нам нужно построить такой типа батискафчик, наверное. И в чертежах у нас что есть? Титан, титановый слиток, силиконовая резина. Но это все, скорее всего, нужно нам будет изучать. Энергоячейка, так, все. Бензол, пластиковый слиток, фонарик, сканер. Сканер, вот. Можно будет собрать. Аптечка. И красненьким у нас указаны ингредиенты, из чего это все собирать. Так как они красные, у нас их нету. Когда они станут зелененькими здесь подсвечиваться, значит, они у нас, как говорится, имеются. Но это я так, буквально на несколько минут заходил в игру. Вот, вообще, я тут новичок, поэтому знатокам всей игры прошу воздержаться от комментариев, типа, да ты нифига не умеешь, и т.д. и т.п. Я просто сейчас на данный момент знакомлюсь. Так, голосовой журнал. А, ну это то, что нам вот говорили, я так понял, можно просмотреть это все, если пропустили. Так, фотоальбом. А, это скриншоты F11 и база данных. Так, ну с этим, наверное, потом будем разбираться. Так, оборудование даже можно себе какое-то сделать. Ладно, давайте осматриваться. Так, предметы убирать, помню, вот так, да. Так, поврежденный коммуникационный передатчик. Сварочный аппарат нужен для ремонта. Вот так вот. Отправка автоматического сигнала. Так, там дальше продолжает разрушаться все у нас. Так, в этом кресле мы с вами прибыли, как говорится. Так, о, изготовитель аптечек, вон а как. Аптечка есть. Все? Больше нету? Я так понимаю, там периодически будет появляться аптечка у нас, да? Так, ну и здесь вот на русском написано. Хорошо, что перевели игру. Вот она изначально русский язык не поддерживала. Ну, здесь общая информация. Самозаряжающаяся энергоячейка. Это радует. То есть без электричества мы не останемся. Поврежденные системы спасательной капсулы. Опять-таки сварочный аппарат для ремонта. Изготовитель. Вот, вот. Вот такая штука здесь. Грубо говоря, это действует, наверное, как 3D-принтер, да? Так, что у нас здесь? Ресурсы, продовольствие, персональные и размещаемые объекты. Вон а как. Так, смотрите, колбасит немножко капсулу. Радиомаяк. Что для него нужно? Водонепроницаемый шкафчик, грависфера. Но это все нужно изучать. Я вот понятия, допустим, не имею, что такое грависфера. Использует искусственную гравитацию, притягивая к себе легкие предметы. Вон а как. Так, персональное это оборудование. Ох ты, еще одна менюшка. Кислородный баллон есть, ласты. Короче говоря, здесь всего много. Вот, продовольствие, только вода у нас, да? Так, 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 хлорка нужна. А где ее взять, неизвестно, да? И ресурсы. Ну, хорошо, ресурсов у нас, я так понял, особо-то и нету. Да, вот аптечка есть и огнетушитель, вот и все наши ресурсы. Так, о, а тут еще и хранилище есть. О, как! Смотрите, у нас есть две сигнальные ракеты, две воды, две бутылки воды, я так понимаю, чистая, и два питательных батончика, то есть на первое время нам все-таки хватит. Так. О, работает, можно вот из инвентаря, чтобы нам не таскать с собой лишнее, сюда вот все перекладывать. Так, ну я не знаю, аптечка. Аптечка пусть пока будет, мало ли что. Так, ну давайте, так, вылезем, посмотрим, что к чему. Ох ты, вот это пейзажик. Вот он наш корабль, с которого мы свалили.
и откуда радиации, скажем так, несет. И смотрите, шаром покати, ни бережка, ничего. Так, а это что такое? Что за аномальное явление только что было? Рекомендуемое безопасное расстояние 1 километр. Во-во-во-во, вот это. Порыв ветра, что ли, или что это такое? Типа смерча. Ладно. Ладно. Что, давайте в водичку прыгнем. Оп, сразу. Смотрите, что-то нам тут. Съешьте что-нибудь. Копать песок можно. Прикольно. Так, что это такое? Похоже на какой-то аппарат, как «Гости из будущего» детский фильм был. Так, ладно, ух ты, рыбка. Так, кислород, заметьте, заканчивается сразу, да? Так, критическое положение, запас кислорода. Так, ну и капсула наша, видите, вот навигация идет, да, что тоже очень удобно. Так, ну вот это вот никак нельзя взять, разобрать там что-то. О, взять металлолом, вот, пожалуйста. Так, это что такое? Гигантские коралловые трубы. А надо ли нам сюда было плыть? Так, это у нас типа ночь уже, да? Так, вон наша спасательная капсула, так что не заблудимся. Так, вот кушать охота. Здесь, насколько я знаю, можно рыб ловить. Так, сейчас кислородика хапнем. И вниз. Так, это что такое светится? Кварц. Тоже, наверное, для чего-то нужен. Ну, пока будем собирать. Это обзор. Разбейте известняк. Вот этот вот. Так, это что такое? Мама дорогая. Блин, здесь реально... Взять. Так, сейчас рванет же, да? Так, Аврора рванула, по-моему. Так, нам, скорее всего, лучше в капсулу залезть. Так, ну-ка. Да, бабахнула. Ох, радиация. Радиация, да? Счетчик этот трещит. И вот эти вот смерчи меня напрягают, честно говоря. Ну да ладно, давайте посмотрим, что мы подобрали. Так, вот. Смотрите, металлолом, кварц, кварц, медная руда. Это уже хорошо. Давайте что-нибудь в наш изготовитель поместим теперь. Ресурсы, основные материалы. О, мы уже можем из металлолома сделать 4 титана, да? Давайте пробовать. Вот какая красота. Раз, два, три, четыре, капнуло, да? Так, стекло из кварца. Классно. Два кварца есть, можем стекло сделать. Отлично. Так, и все, и больше пока ничего, да? Больше пока ничего. Так, ну про электронику пока и мечтать не приходится. Ух ты, батарею можем сделать. Медная руда есть. Нужно два кислотных гриба. А что, давайте сплаваем. Кислотные грибы, где они? Здесь растут где-нибудь, нет? Может, рыбку поймаем какую-нибудь? Так, это что у нас? Металлолом. Так, ну вот немножко подлагивает почему-то. Так, блин, вот эти смерчи. Так, это что у нас? Плавает такое. Так, сможем мы за кем-нибудь тут угнаться? Так, боюсь я к этим аномалиям приближаться почему-то. Так. Оп, смотрите, что-то поймали. Ха-ха-ха. Ох. Кислород, кислород, кислород. Так, 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 так. О, успели. Успели хапнуть кислорода. Так, давайте уберем это все. Так, нам, ну, а что это было? Что это было?
А, копать песок. Я думал, взять что-то можно. Так, где у нас тут есть кислотные грибы? Нет вообще. Так, в пещеру стоит лезть? Тут говорят, какие-то монстры страшные, нехорошие имеются. Так, не забываем про запас кислорода наблюдать. Так, ну-ка, вот это что? Кислотный гриб, вот, пожалуйста. Отлично. Взяли мы кислотные грибы. Так, нет, нет, нам не туда. Где у нас капсула? Вон она. Плывем к капсуле и пробуем что-нибудь сделать с этого. Так, залезть. Все, не хочу туда, страшно там. Там страшно. Так, ну-ка. Так. Опять можем 4 титана сделать. Так, и с едой у нас проблемы, да? Ну-ка, давайте посмотрим продовольствие. О, можно пузырь. Вот этот, который мы поймали, рыбку эту. Губчатый, хрящевидный, к счастью, без запаха. Приготовить. Давайте его приготовим. Так, вот у нас голод. Теперь ничего у нас нету, что ли? Так, а ну-ка. Так, ага, вот он, приготовленный пузырь. Левая кнопка съесть. Съели, вот чуток поправили положение. Так, и у нас же кислотные грибы появились и медная руда, да? Ну-ка, давайте, где я там находил что-то? Так, оборудование. Вот, кислородный баллон, смотрите, титан есть и стекло есть. Давайте сделаем. Отлично. И труба качает воздух с поверхности. Так, ну оно нам надо, я не знаю. Так, из инструментов пока что ничего мы не можем сделать. Нож, фонарик. Так, а где у меня? Так, водонепроницаемый шкафчик. Где-то у меня же появлялось этот что-то. Мы могли сделать из меди и кислотных грибов. Так, обработанная еда. А, вот, батарея. Так. И теперь, может быть, теперь мы что-нибудь сможем сделать из батареи и... Так, ну труба у нас была. Во, сканер. Можем сделать сканер. Зачем он, правда, нужен, я не знаю, но что-то мы можем из этого сделать. Так, вот труба теперь недоступна нам, недостаточно. Ладно, в общем, как-то так. Как-то так. Так, откройте хранилище. Но это то же самое, что и ТАП, наверное, да? Так, это что у нас? Чертежи. Так, фотоальбом. Так. Ну это да, это, видать, описывается. Так, хлорка. Нужен кристалл соли и образец обычного коралла. Вот. Все это надо добывать. Кристаллы соли, два кварца, гвоздь, а гроздь семян водорослей, две штуки для силиконовой резины нужно. В общем, вот так вот все это дело. Так, сканер для записи информации о сканируемых объектах. Вон а как! Так, мне не терпится кого-нибудь засканировать. О, уже рассвело. Так, ну-ка, возьмем сканер. Так, а как его? Просто навести и все. Так, ну.
Непонятно пока, как им пользоваться. Так. Что нажимать? Так, ладно. Кислородик ухапнем. Так, о, что-то еще лежит. Ага. Металлолом. То есть можно вот так вот наводить, да? Просто наводить пескун. И он сам сканирует. Все ясно. Все ясно. Так, это что у нас лежит? У нас же теперь сканер, надо это. Металлолом. Металлолом. Так, наверх, наверх, наверх. Ух ты, блин, как текстурки прыгают. Так, ну это у меня настройки графики стоят слабенькие, потому как игруху на сильных настройках не тянет. Так, на О. Что это такое? Кварц. Это кислотные эти грибы. Ну, пока собираем. Так, вот еще металлолом, наверное. Так, а где нам эти кристаллы соли брать или чего? Вот, смотрите, у нас сейчас кислородный баллон, и у нас не 45, а 75. Ох ты! Что-то я с кислородом прощелкал. Только сказал. Сейчас начнет в глазах темнеть. О! Подышали. Так, мне вот интересно, как баллон у нас наполняется, когда мы выныриваем. Так, 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 так. Кого-то поймать надо. Надо кого-то поймать. Так, кварц собираем. Так, вот такую хочу поймать. Оп. Что-то поймали. Так. Не надо мне кварц. Этот сканер. Так, убери. Так, а это что светится? Это что светится? Что это такое? Это нам надо, нет? Водоросль. Гроздь семян водоросли, вот она. Разблокирована смазка, еще что-то разблокировано. Что, мы не можем больше взять? Инвентарь полон, понятно. Так, наверх, 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 наверх. Вот такие вот пролагивания случаются. А стрим хотел запилить, вообще что-то на стриме она не пошла. Так, вон наша капсула. Потихонечку плывем туда. Короче говоря, игруха просто жесть, я вам скажу. Неплохая. Так, а у нас инвентарь полон. Я так думаю, запилим мы летсплейчик по ней. Так. Все, мы вылезли. Давайте смотреть, что мы можем сделать. Так, здесь ничего. Здесь ничего. Здесь, ну, приготовить такую вот рыбу. Такую мы еще не готовили, да? Так. Из оборудования ничего, да? То, что у нас можно изготовить, оно цветным, оказывается, подсвечивается. О! Стекло. Силиконовая резина. Давайте сделаем силиконовую резину. Так, и... По-моему, из нее можно делать ласты. Нет? А, нужно два, у нас только один. Хорошо. Хорошо. Так. Еще нужно гроздь семян водоросли. Но это за ней надо плавать.
Так, ну, в общем-то, такой вот небольшой у нас обзорчик получился. Я, наверное, не буду дальше проходить. Основное все понятно. О, изготовитель аптечек, смотрите. Еще одна аптечка появилась. То есть периодически можно здесь подлечиваться будет. Вот. Дальше не буду, наверное, разбираться, иначе на летсплее будет неинтересно. Так, нет, нифига. В общем, друзья, буду я обзорчик на этом заканчивать. Но это как обзорчик, не обзорчик, просто ознакомление, скажем так, с игрой. Вот что она из себя представляет. Поэтому, кому понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. И увидимся уже на летсплее. Всем всего!